По сравнению с прошлым годом, площадь экспозиции Комтранса была увеличена вдвое. Здесь разместились грузовики, автобусы, прицепы, спецтехника и комплектующие. Только российский производитель КАМАЗ построил самый большой за всю историю выставки стенд площадью почти в 5000 квадратных метров. А вот один из мировых лидеров в производстве сидений, немецкая компания Isringhaus, имеющая на данный момент в своей производственной программе более 20 моделей, представила только эксклюзивные экспонаты. Вот здесь мы привезли избранные экспонаты наших сидений, можете посмотреть. А также на этой стороне пару экспонатов для микроавтобусов. Например, вот здесь специально один стоит сиденье водительское для спринтера. Что касается российских автомобильных комплектующих, то на выставке Московскую область представляла красногорская компания «Исток» по изготовлению грузовых фургонов и бытовых платформ. На сегодняшний день в московском регионе этот производитель конкуренции практически не имеет. Компания существует с 1994 года, занимается именно тем, чем занимается сейчас, то есть производством фургонов. Пережили мы несколько кризисов, несколько волн. На сегодняшний день в нормальном таком ключе развиваемся. С целью изучения качества продукции компании «Исток» выставку посетил и глава района Борис Рассказов. Осмотром экспозиции и проверкой материалов на прочность глава остался доволен. Кроме российских и немецких производителей, свою продукцию здесь представили практически все страны Европы. За 11 лет своего существования выставка добилась высокого авторитета и международного признания. Ведущие игроки сегмента коммерческого транспорта сегодня выбирают Комтранс в качестве наиболее эффективной деловой площадки. Максим Мельников, Татьяна Полякова, КРТВ.